Только что чемпион регионального этапа города Алматы Каспийский университет с минимальным счетом обыграла столичную команду Астана. А сейчас мы узнаем мнение наставников обеих команд. Итак, перед нами тренер Каспийского университета. Поздравляем вас с победой. Дайте коротенький комментарий к игре. Ну, как сами видели, игра была очень напряженная. Валидольная концовка. У нас, кажется, все игры. Скоро, наверное, инфаркт получим. Ну, хорошие команды. Группа сильная попалась у нас тоже. Три игры выиграли, но все три игры, я еще раз повторю, были очень сложные. Ребята на чисто физических, волевых качествах вытаскивают игры. Все игры, можно сказать, проходят на высоком уровне. Что вы можете сказать об организации? Ой, организация вообще великолепная. Не знаю, мне всем ребятам, всем командам, приезжим нравится. Много отзывов. Очень приятно, что такой турнир за 4 года буквально разросся. Ну, не знаю, очень хорошая организация. Все, спасибо. Итак, перед нами тренер команды «Туран» Астана. Представьтесь, пожалуйста. Мухаммед Калий Шайжанов. Что вы можете сказать об игре? Игра была очень напряженная. Мы своего, конечно, не добились, но я хочу поблагодарить всех своих игроков за интересную, очень содержательную игру. Что вы можете сказать в целом об организации НСЛ? Ну, в целом об организации я хотел бы поблагодарить Национальную студенческую лигу в лице председателя Национальной студенческой лиги Садовского Сергея. Организовано очень на высоком уровне. Все команды довольны.